Мексиканский энчиладос – это соус, который готовят к тортилье. В тортилье выкладывают начинку из сыра, мяса, овощей, приправляют энчиладос и выпекают в духовке. Блюдо получается яркое и сытное. Перед вами простой рецепт приготовления энчиладос, мексиканская кухня. Сначала надо приготовить соус, затем обжарить тортильи, начинить их, обильно полить соусом и запечь в духовке. Попробуйте. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Промойте чили и очистите от семечек. 2. Чили со специями, солью, кумином, душицей, а также бульоном и помидорами взбейте блендером. Помидоры промойте и вырежьте плодоножку предварительно. 3. Лук почистите, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. 4. К луку добавьте взбитое пюре из овощей и специй, убавьте огонь до средне-медленного и потушьте в течение 20 минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Нагрейте сковородку с маслом на среднем огне, обжарьте тортильи на горячем масле с двух сторон по 30 секунд с каждой стороны. 6. В обжаренную тортилью выложите тертый сыр. 7. Заверните тортильи сыром в прямоугольные конвертики, выложите в форму для запекания, сверху полейте соусом и посыпьте немного сыра. 8. Выпекайте тортильи в разогретой до 180 градусов духовке, пока сыр не растает и не начнет пузыриться. 9. Готовые энчиладосы украсьте рубленой кинзой или петрушкой. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Масло растительное, треть стакана, для лука 1-2 столовые ложки, остальное для тортильи. Тортильи кукурузные, 12 штук. Перец чили, 1-5 штук, по желанию. Соль, по вкусу. Кумин тертый, 1/2 чайных ложки. Помидоры, 2 штуки. Куриный бульон, 1-2 столовые ложек. Орегано, душица, 1 чайная ложка. Луковица, 1 штука. Сыр тертый, 350-400 грамм. Петрушка или кинза, по вкусу, для украшения. Количество порций, 4-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем добра, заходите еще.